Ребят, всем привет! С вами Влад. Сегодня сделаем обзор на приспособление для заусовки под 45 градусов от торговой марки Mechanic Duster 45. Основное его предназначение. Первое – эффективный отбор пыли. Второе – уменьшение физической нагрузки с мастера во время работы. Третье – минимизация шероховатости обрабатываемой поверхности. Достоинствами Duster 45 являются минимальные габариты, что позволяют беспрепятственно перемещать инструмент с объекта на объект. Большой запас прочности, отсутствие каких-либо настроек перед началом работы. Перейдем к установке. Для заусовки используем алмазный диск Edge Dry. Девайс имеет универсальную фиксацию для ушей 115-125 диаметров разных производителей. Верхние зацепы предназначены для ушей 125 диаметра, нижние для 115. Сопоставляем кожух ушей с зацепами Duster. Фиксируем винтом. Вкручиваем стандартную ручку для максимального контроля реза. Подключаем пылесос. Приспособление для заусовки под 45 градусов готово. Приступаем к работе. Позиционируем инструмент на опорную часть. Таким образом, частично переносим вес ушей на обрабатываемую поверхность. Тем самым уменьшая циклическую нагрузку на руку на протяжении рабочего дня. Угол запила мастер регулирует сам, зачастую он немножко больше, чем 45 градусов. Во время работы важно, чтобы задняя часть диска не подрывала лицевую часть. Поэтому работаем только передней поверхностью по направлению реза. Приспособление требует немного сноровки, пару-тройку погонных метров запила, и вы уже почти профессиональный заусовщик. Если остались вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить познавательные видео. Спасибо за внимание, до скорых встреч!